Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы продолжаем проходить Маджику. Разумеется, на канале Играем Вместе. С вами Влад и Кирилл. Всем привет! Поехали. Блять. Стартуем! Вышка. Как с... Проявляя чудеса глупости, волшебники решили дать бой смерти. И как ни странно, ухитрились одержать победу. Смерть оказался славным парнем и правильно оценил опасность, грозящую миру его подопечных, и отправил волшебников в горы Гальдхолла, туда, где, по слухам, обитал великий Фафнир. В горах оказалось страшно холодно, но признаки близости замка согрели волшебников огнем надежды. Короче, ищем мы Вафлера. Вафлер. Как? Стартуем, хули. По тихой грусти. Давай. Так. Так. Ляшками, ляшками. О, деревья, деревья. Ни малейших навыков вообще нет. Неужели так сложно открыть рот и сказать по-человечески смерть? Миру угрожает страшная опасность. Что ж, кажется, мы случайно оказались почти у цели. Фафнир обитает в старых троллях развалинах. Прямо по курсу. Пиздец, теперь язык уебан. А да. Вонючий лыжник. Недолго твоя радость продлится. Этот голос. Дебил. Ну, ты раньше времени тоже не радуйся. Все в мимо. Вдвоем промазали. О, вот это жесть. Вот это вырвался как босс. Я его на всякий случай добил. Да твою мать. Спасибо, спасибо. Все просто раскладываем. Стой. Забыл. Тайничок тут? Ништячки. Так, тут осторожнее надо, не упасть. Зашутил. Нашкодить решил мне тут. Прям все так вместе, вместе. Изничтожили просто. Гори в аду. Просто бестселлер. Ладно. Раз ты так хотел, то я тоже так. Жизнь, это жизнь, знаем. А, ну тут. Ну понял. Ляшка бесстыжная. ФФ. Да. Уже запомнил. Эк. Ты что там? А, пробуждаешь мертвецов? Нет, у меня не получилось, но я так в него жах. Ну горит он знатно, вроде бы. Ну смотри, у меня рвал как. На. Ну трахал. А, берегись! Берегись. Он меня съел! Живи, я умер, живи! Хилимся, живем, братья, блядь. Это ж как надо было долбить кнопку, чтобы от него вырваться? Thanks. Не благодарю. Отдыхай, Люся. Отдыхай, морда бурятская. Бурят. Ай, вырваться! Не вырвалось. Твою мать, я ж тебя воскресил. Не хочет он воскрешать сегодня. Пьяный, небось. Сгорел пацан. Да, да просто бить. Забыл, как этих поганых мертвецов делать, блин. Тоже. Давай, сейчас найду ее. Какой натюрморт, спросите вы. Так. Отмена, призыв Феникса, призыв смерти. РКДСР. РКДСР. Ты что там, подготовился, что ли? Жахнул, что-то.
Давай. Ах, ну, пока я дойду, правда. Ну ладно, ссор есть у тебя. А твою мать, я загораживаю. По тапкам теперь. Ты посмотри, он тебя искал. Давай, я тебе выиграл время. Нет! Да, меня раздавили, пока я про этих мертвецов думал. Короче, сдохни, гнида. Прям просто под удар встал. Гнида. Лови. Ладно, ты меня убил. Молодец. Поехали дальше. Не благодари. Где это? Карпачос. Да блин, мать! Ну, на достижение получил, плохой вкус. Хорошо, наверное. Для меня это нехорошо. Ты вообще хиляешься за его счет. Да. Хотел бахнуть телепорт, бахнул. Я тебя поскрыть. Глазик нет. Глазик, ты должен жить, ну хочешь. В смысле? Так он меня хилял по-братски. И чё? Он тебя вот одним таким мог изничтожить. Сгустком энергии, скажем так. Так это был его подарок. Так. Это священная земля. Вы вполне заплатите за вторжение. Каким местом она священная, я не знаю. Ну и чё. Жиза жизная, смерть бесстыжная. На меня-то зачем? Ну все, они его дрючат. Да блин, да ладно, он издевается, что ли? Блин, что теперь можно их троллить, скажем так? Чем могу вот так сделать? О, стой! А, подожди. Видишь, отжарил его. Пацаны, может, его. Он еще живой, прикинь. Сам пошел. Ну вообще пофиг. Все. Жалко своих братюнь. Твою мать. Блин. Он так навелся на них или он да, с камерой? Сам навелся. У нас просто камера сама. Мне бы тот старый клинок. Давай. Отготавливайся пока. Ничего нет. Ё мать, это на них вообще не действует. У них только камушки. Гнобят! Готовь, я тоже сейчас приготовлю. Это явно не понравится. Нет. А! О. Это ты меня. Как? Вот я не понимаю, как. Не знаю. Только подойди, я конченый, не подходи ко мне. Бывает жизнь. Кстати, ты вовремя ушел. Еще по рикошетам это прям пинг-понг был бы такой. Тимплей. Вообще не голгой. Че, пойдем? О, не пойдем сюда. Ты так решил быстро, да? Я уже мертвецов пробуждал. Воу! Не больно бьют, почему это? Так, за что?
Уничтожу вас. И уничтожу вас. Он еще. А, у него щит просто. Ну его держат, пацаны мои. Ты че, попасть не можешь? Да реально вот курсор на нем не попадает. Меткость over 9000. А, он наебал. Зизя. Ооо. Пацан, вообще посмотри его на его голову. Он бедный там. Голова вниз. Что, сюда пойдем? No. Подожди, стой. Секиру возьму. Тут что-то по-любому вот есть. Я чую жопой. Давай. Ох, его вниз. Тебе вообще по барабану. Сейчас я его попробую помочь. Че вот этот темпой? А, он у меня здесь, прикинь. Твою мать. Нормально все. Короче, на земле на черт сыну. Ну тут надо сжечь огнем. А, стой, подожди, отойди. Хотя ладно. Подожди. Тебе помог. Чем-то. А чем отличается? А тут княженцы. Вы свою магику призыв элементаль. Ебать там вот это. Ты посмотри, ну что там надо. Какие комбинации надо делать прям. Комбо-вомбо. Я чё знаю, какие надо. Не впадут, смотри. В смысле? Куда ты пошёл? А куда? Куда я пошёл? Бывает баги. И обратно. Бывает не хочу баги я. В жизни. Подожди, сейчас. С, Е, Д, У, Ф, С. Ебать там нахуй. А я понял, я вспомню, что за элементаль. Это которым у смерти был-то, помнишь? Он не он, да, у. Жёсткий такой. С, Е, Д, Q, F, S. Ну, губу закатал. А, его надо, на него что-то жахнуть надо, понимаешь? Жахни на него чем-то. Огонь, воду, яд, там, не знаю, медные трубы. Ой, сейчас они жечь будут тут. Шо? Ты посмотри, прыгучий. Они их просто разрывают. Обидно. Что тогда делать будем? Свалим? Без понятия. Валим? Ну пофигу, давай просто это по тапкам дадим. Всё, уже свалил. Чтоб не париться этой фигней. Ну теперь там будем прятаться, надеюсь. Ну давай, давай. В принципе, без разницы. Так. Чё Влад скажет там? Тёзка, говори, не молчи. Памятник прикольный. Давай. Ну. Целая армия гномов. Кто другой мог бы спрятаться? Видишь, он намекает. Как и так можно отпиздить. Ну, одно дело просто обойтись без лишней жертв. Типа, стелс. Это стелс. Давай только без паники есть. Какая паника, ты чё? Знаешь, напоминает еще Властелин колец. Когда армия не Мордора, а, короче, с Назгулами. О! Зарма. Да, такие воины войдут в легенды, можно не беспокоиться. Хватит прятаться, нам пора идти дальше. Видишь, без жертв зато. Мы не прятались, мне хотя бы похуй был бы. Могли я отпиздить бы. Ой, да ладно. Здесь полным-полно принцесс. Они их чпокают и убивают.
Жестокая правда мира. Что ты хотел? Чпоки-чпоки и убил. Трипл. Просто трипл. Давай, мой верный раб, за мной. Верный раб, я сказал, за мной. Давай, давай. Тупой. Чё-то раб мой не это. А, скотина. Я, короче, вот так вот сделаю. Жахну. Ты чё, не замораживаешься? Чё? Воу! Что он не замораживает? Он же замораживался раньше. Понимаю. Какой вонючий урод. РС. Прости, Киря. А нет, все нормально. В смысле, ты его не убил, хочешь сказать? А нет, ну жах. Мне показалось, он в криозаморозке еще выжил. Давай, ну хоть его жахнет. Во, ну он неплохо жарит, смотри. Убой! У него уже щитов нету. Вот это он не вовремя ушел. Почему я не замораживаю? Вообще никого. Что за бред? Что за нах? Он типа по щитом. И вот как заморозил. Вот, Киря, уйди из-под фаера. Вы там друг друга отпиздите уже, а? Чё-то они какие-то домные. Хотя нас пиздили знатно. Пугает жизнь и огорчение. Урча. Давай побыстро рулям. SEDQFS. Блин, телепортанулся. Сука. Блять, я водяного сделал. Чё он водой вот будет делать мне? Ясно. Да просто. Блин. Серьезно? Просто грибы. Жаху, жаху. Сдохнуть. Да вот ты издеваешься. Да блин. Что-то он больно бьет, я смотрю. Кто? Этот дебил. Или это ты ударил? Камнем? Камнем я ем. Ну ты завязывай с такой фигней на туре. Я тебя один раз кокнул. И кипятись. А? Твою мать. Ну продолжаем. У нас небольшая ремарка. S, E, D, Q. Прям как гопники на ботана напали. Воу. Это ты так жахнул? Ну вот сейчас такие будут. Месиво. Я не строю. А ты как их делаешь разного вида? Типа добавляю элемент. А. Вот он сейчас сделал его в молнии. Типа смотри, когда они в черном этом, их можно любой формы создать. А, то есть захаришь по ним, да? Да, любой стихии. Сейчас найду, как его делать. Пробуждение мертвых, не то. Призыв элементаля. Да. Щит.
там камень. Призыв элементали, это было. Потом, пар, да? Потом пар, да, потом опять... Это огонь и вода, да? Пар. Да, огонь и вода. Огонь и вода. И еще. Ну, сейчас как бы немного не да... Да ладно, наверное. Смачно. Ну, камнем не получается, я пробовал. Да я не знаю, как бы он сражался. Был бы тесаком. Он меня... Ой, он меня изничтожил. Живи, живи, Кирилл. Возроди меня. Что-то он мне медленно двигаться стал. Ты замороженный, потому что. А, ну понятно. У меня такая же фигня, я сначала не понимал, потому что даже поначалу не видно. Конечно. Опять замороженный. Я чуть не сдох. Почему я, блядь? Ну все, мы от них избавились. Контрольная точка есть у нас. Да. Тут ну, по-любому какой-нибудь ништячок есть. О, я чуть не грохнулся. Вот стал. А! По-моему. Блин, я испытывать сильно. Ха-ха! Во! Это я знаю такая фишка, да, да я, кстати. Ну типа тут, по-моему. Блин, не помню, слушай, Кир. Где-то тут да по-любому есть. Что-то есть. Вернись немного обратно. Зачем? Типа нам вот так обходить, ну, то есть. Оттуда и удач. Персонажа смотри. А нет, тут по-моему по низу придется все равно. Боюсь. Уродец, ты задолбал. Блювота собачья. Давай на их сторону. Живи. Стрелять не могу в это время. Да. Да блин, телепорт? А, не туда. Жестко вообще. Да блин, меня возрождаешь прям рядом с ними, это очень. Давай я их на себя отвлекаю, ты их жахай чем-нибудь. Блин, да, да отвлекался. Короче, сдохни, уродец. Ему холод надо, чтобы. Да. Ему под градусом хорошо. Опасно это занятие. Опасную игру мы с тобой готовим. Ничего не опасно. Слава. Пушки плохи. Они все в это вот. Они все в это вот обратно. Иди сюда, говно. Иди сюда, говно. Блин, не успел. Да. Да, круто. Блин, да что за... Все. Пока одна ящерица лагает, а вторая... Умри, животное. Умри. На тебе бумерангом. Так что тут ничего нету, что ли? Воу. Короче, есть вариант. Ты сейчас поможешь мне пройти. Куда? Я призову элементаля. У меня уже все готово. Но ты проведешь мне на ту сторону, где эта ящерица. Сейчас. Прошу, мадемуазель. Давай дальше. Можешь меня даже этот жечь. Давай, давай, хоть какой-то. Все нормально, все пучком. Вонючий хренов. А нахер мне твое изучить? С, Е, Д, У, Ф, С. Против них ледяного хорошо поставить. А
Они его загнобили. Явно было приятно. Да блин. Раздражает эта фигня. Живешь пока. Твою мать, это ты меня жахнул? Да. Там просто за тебя гном был. Да я знаю, но он бы меня сильно так... Они же больно бьют. С. Ну, не знаю. Давайте, пацаны. Гениально. Это не так делается. Стрим у нас своя. Своя пати. Пати хард. Вот, загнобили его, понимаешь? Льдом, ледяные. Можно пойти посюда. Не посюда. Ну и посюда можно пойти проходить. Чем больше площади, тем больше сюда вероятности уйти нам, если что. Тут явно конец уже карты. Пошли посюда. Ой, сорян, не то сделал. Вот я чуть не кончился. Вот я чуть не кончился. Нахер тебя гор. Вот. Ну, вот теперь я сдох. Блять. Ты сейчас умрёшь. Почему я умру? Я живу уже. Ты горел. Так, короче, в случае, это нам неплохо поможет для продвижения, пока он тупой, слово мощный. Помогает, да? Может, вниз попробуй, нет? А вниз попробуй. Ну пошли вниз. Типа, по-моему, там надо вверх, в левый край идти, если не ошибаюсь. А походу не получится. Это тоже край. Быстрее морозить все. Переходим. Отойди. Ой. Как так? Под тапком, под тапком. Блин, это вообще не круто. Они сдохнут. Жертвуй собой. Не круто жертвовать собой. Они зато сдохнут, понимаешь? Меньше на них тратить время. Это было опасно и так. Ой, место. Ты живой. С, Е, Д, Q, F, S. А мой маленький дружок, мы тебя сделаем ледяным. Да. Почти отъехал. Не та комбинация. Они не то убьют. Ёбаный зарян. Че, чуть не сдох? Я чуть не сдох. Ублюдок, кто там жахает? Ты мой. О, в смысле? Нет! Не сдох? Скотина сдохла. Вот сейчас
Нет, здесь тоже конец, вот по этой колонии тут надо идти. Я боюсь, они зажали. Со страху, да? Кого он убьет? Вот, это наше оружие. Ultimate Weapon. Ты посмотри, просто 1900 на нем. Урона. Я думал, ты сейчас упадешь. Тебя подпитал немножко. Ты не пройдешь. Ой. Чувак, это было вообще очевидно. Да типа очевидно, да. Я заряжал уже свой камень власти. Валим, короче. Выйди. Да как так? Нет, он внизу стоит, тут типа как рикошет. Твою мать! Пробуди мне. Промазал, промазал. С, Е, Д, У, Ф, Ф. Уничтожит мой слуга. Слишком тесно, как по мне. Твою... А, тебя убили. В смысле, подожди, я что-то... Меня камнем убили, какой-то... А, он смотрел, но... Прикинь, он тупо... Мой персонаж смотрел на статую, блин. Сейчас я его... Ты его пиляешь, походу. Да, ты, походу, его пиляешь. А кто его хиляет тогда? Нет, он его не хилял. Да, диском ты его хиляешь. Даже я кинул диск и похилял его. Это же диск разве? Я поднял нечаянно твой диск. Средневековый у меня ублюдок получился. Ну чё ты там? Я там забирал свой меч. Давай, блять, мышка, не надо. Провод, что ты делаешь? Ха-ха-ха, прекрати. Это всё? Чё всё? Долбанный провод. Ладно, хер с ним, можно. Ой. Вроде длинный, а иногда застревает в чем-то там за компом. Специально. Ищет лазейку. Сейчас сюда, в эту. В целях, чтобы не сдохнуть, я немножко приморозил тебя. Всего на то. Это было обязательно, она уже все таяла, видишь? Так, ну нам не сюда. Сюда, сюда. Наверное. Ладка? Так. Пробую выразиться понятнее. Фафнер ждет объяснений. Если не заострять внимание на внешности, Фафнер очень старое и мудрое создание. Он поможет вам разобраться с этим делом. Я сейчас сдохну из этого урода. Сдохну. Это вот фигня. Так все нормально, в принципе. Я рад за вас. По-любому с этим... Вафлером надо будет еще драться. Да, это прикинь, это было все полдела только. Это из Хоббита, походу. Ну, не знаю, из Хоббита или нет, но... Да, по-любому из Хоббита. О, Хоббит вышел позже, вроде как.
Ну, что-то кажется, книга же была. Ну, книга, да. Ты нарушил мой покой, что за глупость. Решиться жизни в надежде добыть состояние. Да, я тебе говорю, хоббит. Достаточно почтительная вторая цель. Просто фильм, он, по-моему, первый вышел. Надо, типа, погромче говорить. Окей. Ой-ой-ой. Ой. Лучше отсоса. Возрождай! Так, чем его угасить-то можно? Точнее, нужно. А вот я не помню. Честно, ты сдох? Ты сдох. Усилить. Ой-ой-ой. Здесь нужна защита от огня. Капитан такой во мне проснулся. Защиту от воды поставил. В смысле? Я защиту водой поставил. Или защита от воды? От воды. Жижу. Тогда вот так. Нет, вот так даже. Блин. Спешка. Вот. Телепорт. Все. Я даже не знаю, чем мужахать. Видишь, что защищает. Возгорание не помогает, время ждет, пробуждение мертвых. Надо ему лицо мне. Твою мать! Это было откуп. Сейчас небольшая пауза. Так, продолжаем. Его ебашь. Бить и насиловать. Он брюхо его. Типа я один там вообще не справлюсь. Что-то ему вообще холод по боку. Нет, ему надо в брюхо. А, в брюхо? А, точно, у него он же красный. А как ты, как? Подожди, я что-то понял. Вот. Да он же... Да нет, я ему лучом уже херачил до этого. По брюху его. Ему сейчас стало пофиг. Так. Ну, короче, если вот так вот, и вот так вот. Давай уже, задрал меня. Ой, ничего, он меня размазал. Все, только начинается все. Да. Молния его тоже не берет. Ну, хвост бесит. Нет, камнем. А камень со льдом. Типа камнем ты через хвост не пробьешь. Да там надо как-то встать, чтобы. Вот видишь, когда он разворачивается, можно еще что-то замутить. О! Ты прям его самое опасное место. Это слабое место врага, стой прям под ним. А-а-а! В смысле, как я? О, три косаря ему влетело знатно. От камня-то. Хвостом-то он теперь не блокирует, ублюдок. О, видишь, брюхо у него раскалывается. О, вот это самая жопа тебе. Там потихоньку с каждым разом трещина увеличивается. А, да как ты дамажишь? Давай, херать, короче, не тягаться на дерево. Такой баг, дорогие зрители. Да. Своего рода. Только что узнали о нем. Все? Проблемы нет. У одного тяжело, а если с другом, то обязательно все куда проще там работает. А. Так, а чё ты? Я помню, как ты... Что? Стой! Влад грядущий. Влад грядущий? Это ты? Я, Фафнир. Да, Фафнир, это я. Вернулся наш старый враг Асатур. Он жаждет одного уничтожить Мидгард. Нам нужна твоя помощь, Фафнир. Ты наша последняя надежда. А-а-а. Тогда примите магику Асатур. Перенесется из своего мира в наш. Здесь его можно одолеть. Материализация освоили мы магику. Но будьте начеку. Даже тень астральной мощи вашего врага страшнее, чем любое создание Мидгард. Мира Мидгард. Ладно. У меня подвисло.
Место назначения крайне, именно там возник парадокс, из-за которого вы меня потревожили. Все. У меня просто подвисло текст. Да ладно, бывает. Все. Выполнили этап, в принципе, вот. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем счастливо. Всем удачи и пока.